Пользоваться порталом электронных услуг e.srs.kg просто и удобно. На сайте e.srs.kg в разделе «Войти» выберите «Регистрация» и заполните следующие персональные данные. Имя пользователя латинскими буквами без пробелов. Фамилия, имя, отчество. Персональный идентификационный номер. 14-значная цифра, указанная в ID-карте. Номер паспорта. Имейл. Мобильный телефон. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности. Поставьте галочку «Я не робот» и нажмите на кнопку «Далее». Вам необходимо отправить сообщение, и на ваш мобильный телефон поступит код активации, который необходимо ввести в портал. После завершения регистрации вы можете заполнить электронную форму заявки на получение услуги. Портал электронных услуг Государственной регистрационной службы e.srs.kg. Услуги в режиме реального времени.